Хотел заснять воробья, у него сегодня какие-то маневры рядышком крутится и крутится. Не улетел. И снимем вот этого красавчика. Вернее, красавица. Это должна быть самочка. Самец черно-синий. Ох, поет красиво. Блю Мартин, по-моему, называется. Народ очень просит их защищать. И от воробьев, и от скворцов. Видимо, они их занимают, их места в гнездовье. Птицы эти питаются исключительно в воздухе, только летающими насекомыми. Не брезгуют ничем. То есть комары, бабочки, стрекозы, все на свете. Сейчас у всех птиц дети маленькие. Может, поэтому они себя так странно ведут. Вот и воробей. Вот он наш себя странно ведущий воробей. Потерял всякую бдительность сегодня. Почему, не знаю. В то же время собирает корм, кормится. Может, просто доверяет. Но обычно под ногами никогда не питался. Ух ты, какой дерзкий. Сегодня у собаки из чашки пришел корм. Ну ладно, товарищ воробей. Продолжайте наслаждаться жизнью, а мы пойдем домой работать.